На протяжении нескольких дней в зале спортивного комплекса ЧГУ не утихала музыка. Здесь разыграли награды всероссийского турнира «Танцевальный фейерверк». Он собрал в одном месте более 500 ценителей изящного искусства. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Для этих мальчишек и девчонок танцы – это не просто хобби. Многие ребята увлекаются ими больше 5 лет и уже накопили в своем багаже огромное количество наград. Слава Николая Цискоридзе и Аллы Духовой им покоя не дает. Новым трамплином для юных танцоров может стать и этот турнир. Побороться за награды сюда приехали даже гости из других регионов. Наш турнир по спортивным там само по себе говорит, что это очень красивый вид спорта. Я всегда так говорю и говорил, потому что мы не только учим детей быть спортивными, стильными, но и продаем некую изысканность, культура, манеры. Танцоры слаженно движутся и чувствуют ритм. Эффектные наряды тоже в поле внимания судей. Завоевать награду на подобных турнирах непросто. В финале на паркет выходят только сильнейшие пары. Многие к этому дню готовились неделями. Мы готовимся за несколько недель обычно к соревнованиям. Вот. Очень сильно там физически укрепляем себя, и много тренировок очень, чтобы показать лучший результат. Очень тяжело выносить это все, выносливость должна быть очень сильная, танцевать все танцы подряд, если ты в финале. Но все же хотят быть в финале. За считанные минуты на паркете необходимо раскрыться полностью. Многие делают ставку еще и на свои актерские способности. Техникой надо больше. Приходить в зал, работать, тренера помогают. Спортивные бальные танцы набирают популярность из года в год. Большое количество участников этого турнира являются воспитанниками столичного клуба «Дуэт». Уроки там с удовольствием берут и молодежь, и те, кому за 50. Танцам все возрасты покорны. И с удовольствием приходят к нам провести свое время, заниматься, выучить какие-нибудь, выучить фигуры, танцы и танцевать на вечерах. Дети занимаются, сами занимаются, племянники, внуки, они приводят своих, вот получается такая семейные традиции, таких очень только 6 пар у меня семейных взрослых. Свое превосходство на этом турнире спортсмены оспаривали в 5 возрастных категориях. Те, кому награды не достались, обещают приехать сюда и в следующем году. Организаторы подчеркивают, что фестиваль станет традиционным. Медрик Валев, Расиль Мухаметов, Республика.